так, желтый. Желтый. Ну, по всей гамме мы прошлись. Представляешь? А, неловкий вопрос. Угу. Вы когда-нибудь говорили, что современные модели слишком худые, хотя внутренне завидовали им, они вам нравились? Что Оксана Рио скажет по поводу зависти к моделям? Я говорил, что современные модели слишком худые, хотя внутренне завидовал им. Вот одна из тем будет семинара, я бы даже сказал. Цензур, когда первый будет, когда премьера? 27-29 октября. Где? В ДК Зуева. ДК имени Зуева, это Лесная, дом 18. Угу. Премьера «Секс-гуру». Приходите. Для влюбленных, для семейных, для людей, которые прожили уже 10 и больше лет, для одиноких, для людей, которые находятся в поиске. Ну, для всех, короче говоря, короче, так понял. Для всех. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».